Дай взгляну. Тебе это нужно? Вот. Лучше, чем прежде. А ты грозно вы... Мне... Славных битв! Что сегодня предлож... Все товары хороши, но этот особенный. Спасибо, что доверяешь этим рукам. Все, ничего... Ладно, ладно. В бою... У вас такой хороший вкус. Это случилось очень давно. Влази. Сволка, как у тебя дела? Бьорн – кровавый зуб. Берсерк – это страшный враг и ценный друг. Он нам пригодится. Надо бы его разыскать. Что ты видишь? Бьорн Кровавый Зуб живет неподалеку. Видимо, это Берсерк. Я никогда этого не забуду. Ее волосы. Воин, что дружит с Белым Медведем.
Ты Бьорн Кровавый Зуб. Спроси мертвых, что они говорят? Они говорят, в этом краю оборотням совсем не рады. Они говорят, меня пытались убить. Не впервые. Ты хочешь добиться славы в битве? И спустишь дух, как и все остальные. Битва мне не нужна. Я Эйвор из клана Ворона. И хочу предложить тебе место за нашим столом. У меня нет клана. И новый не нужен. Тебе милее жить здесь, со своим медведем? Я жажду отомстить. Тому, кто повесил мою жену, оставил ее тело гнить. Кто же это? Лорд из Мерсии, чье имя слишком мерзко. У него сотни людей, целое войско. Это меня не остановит. Позволь мне помочь. Если хочешь отомстить за жену, ты должен остаться в живых. Я подумаю. Ниаль, накорми мою медведицу. А если Ниаль доверится тебе, может, я соглашусь. Какая ты у нас смирная. Вот оно как. Расскажешь, что едят медведи? Что захотите? Ну-ка, покажи мне. Миска для отвара берсерка. Пахнет мочой и бешеной ягодой. Скальды поют, что Бьорн брал тебя в бой, когда ты была еще маленькой. Вырастил тебя, как ребенка. Любишь эти цветы? Ниаль, это не еда. Прямо как лето в Норвегии. Такие луга были у зала Хеминга. Ясно, почему Бьорн тебя держит. Ниаль, хочешь рыбы? Держи. Нет ничего лучше свежей рыбы. Угощайся. Славно бьешься, дитя ворона.
Они пришли не для того, чтобы покрыть себя славой, одолев великого берсерка. Нет. Это слуги лорда из Мерсии. Моего врага. Убийцы моей жены. Как она погибла? От славы бывают и беды, Эйвор из воронов. В Норвегии много юных тенов хотели меня убить. И пали. Я устал лить кровь. Мы с Альфхельд приплыли сюда, чтобы начать новую жизнь. Ну, а тебя знали даже здесь. И тот лорд из Мерсии захотел прославиться, убив тебя. Да, верно. И настаивал, чтобы я выпил отвар берсерков перед боем. Я отказался. И он начал требовать, подкупать, насмехаться. А после повесил ее. Альфхельд. Тебе и правда есть за что мстить. Если хочешь сражаться один... Нет. Твои слова мудры. Я хочу умереть не в бою, а лишь после того, как отомщу за жену. Хочу убить его. Помоги мне. Что тебе нужно? Бешеная ягода. Для того, чтобы приготовить отвар берсерка. Я найду ее. И надеюсь, когда все будет кончено, ты примкнешь к нам. Как отыщешь? Иди к дереву с висельниками, что к югу от Беодрикворта. Эта ягода растет у кладбищ, а мертвых саксы хоронят у церквей. Бешеная ягода растет на кладбищах. У христиан этих кладбищ много. Добро пожаловать. Кто знает, что может понадобиться в пути? Да, отличная вещь. Ты сразу видишь все самое красивое. Наверняка пригодится. Больше ничего. Эйвор! Я готов бороться с тобой.
Все, хватит. А, ну и воняет же. Пойду к Бьорну. Здесь, как и сказал. Вот, держи. Славно. Как раз то, что нам нужно для обряда. Уже почти все. Скальды поют, что Один вот так же висел на дереве. Но выжил. Это редкость. Игдрасиль, древо миров, где висел Один, где жизнь и смерть едины. Скачи со мной, Эйвор. Сейд ждет нас. Отвар берсерка сложно пить. Он или покажет тебе другой мир, или обратит тебя в зверя. Но что бы ни случилось, отринь страх. Кусает щиты, стены крушит, кто в битве рожден. За что бьетесь вы в шкурах медвежьих? Вы в волчьих мехах, пьющие кровь. Славы хотят те, кто кусает щиты. Стены крушит, кто в битве рожден. Я не раз бывал в шаге от смерти, но такое впервые. Меня будто по голове пнул йотун. Прекрасно, не правда ли? От твоего отвара в животе буря. Но ты жив. Чувствуешь мощь крови медведя,
что течет по твоим жилам. Да, но ты был медведем. И все еще чувствую его мощь. Ладно, куда идем? Мерсийцы, что убили мою жену, прячутся в Беодриксфорте. Убьем их всех! Со мной! Ниаль напьется их крови! Покажи, на что способен берсерк! Цалькинд! Сейчас ты сдохнешь! Заплатишь! Если меня узнают, будет плохо.
Бьорн, твой враг повержен. Ты наконец-то отомстил. О, да. Но я хотел бы попросить тебя еще кое о чем. О чем же? Ниаль устала. Я перевяжу ее раны под деревом, где все началось. Прошу, принеси ее любимые цветы. Они... Я знаю. Соберу и принесу их к дереву с висельниками. Держись, дитя. Бьорн с тобой. Я видел любимые цветы Ньяль за деревом с висельниками. Ясно, почему он бывает тут так часто. Цветы для Ньяль. Принесу их Бьорну, он у дерева. Она здесь, где все началось и закончится. Понимаю. Мою жену повесили на ветвях. Закопали у корней. Это печальная доля. Мы с ней заботились о Ньяль. Детей-то своих не было. Теперь и Ньяль мертва. А я жив. Милая Ньяль, ты была рядом в лучшие годы моей жизни. Зачем все кончилось так? Ньяль будет теперь спать у ног всеотца. Да, верных псов ведь пускают в зал храбрых. Ньяль тоже окажется там. Сальфхельд. Помню, ты предложил мне место в клане. Я готов. Славно. Тебе найдется место в клане и скамья на Дракаре. В пути я буду петь про Альфхельд и Ньяль. Про все их деяния. И кричать их имена в бою. Когда будешь готов, ступай вдоль реки Нин к моему поселению. Мы примем тебя как брата. И я стану берсерком клана Ворона.
все на сегодня? Заходи еще. Эйвор, это Лебяжья стать. Здравствуй. Лебяжья стать, ты здесь? Да. Нужно отправить письмо Хунвальду. Ты же знаешь, как он за меня волнуется. Он точно по тебе скучает. Но как Элдермену ему не пристало поддаваться унынию. Надеюсь, с ним все в порядке. Он очень славный, но его ноша слишком тяжела. Он справится. У него сердце конунга. Устраивайся. Добро пожаловать. Примешь меня, и я совершу подвиг. Бейся вместе со мной, воин, Тора. За славу, добычу и Вальгаллу. Thank you.
Что ты видишь, Сюнин? Осмотрись вокруг. Скажи, что там впереди. Новые товары. Можем по... Разумеет. На сегодня все? Еще что-нибудь? Ну. До встречи! Расправь крылья, Сюнин. Что, все? Мне уже... Мир тебе! Все.
давно. В оазисе посреди далекой пустыни. В таинственном и чудесном месте. Сволка, как у тебя дела? Эйвор, Алтагейт. Я вернулся из Ноттингемшира, Рандви. Ярл Хеминг умер, но его клан все еще наши союзники. Ярла жаль, но могло быть и хуже. Я повидался со своим старым другом, Вилли. Он теперь их ярл и поклялся, что придет на помощь в час нужды. Посмотрим на карту союзов. Расскажи их. Отправлюсь туда. В незнакомом городе лучше расспрашивать людей в порту.
Мне пора. Эйвор, странное время. Впечатляет? Никогда такого не видел. Есть кое-что новое. Дай взгляну на... Пока все? Думаю, это тебя... Мне это пригодится. Что все? Скажи Петре, что я ее жду. Эйвор? Петра. Я... Не казни. Ну? В оазисе посреди далекой пустыни. Очень давно, в оазисе посреди далекой пустыни, на единственном и чудесном месте. Сюнин, разведай местность.
А?